Мы зашли в музыкальный магазин. Вот здесь тут гитары. Надо сказать, что в Санта-Крус очень много живет людей, которые профессионально, как бы артисты самых разных направлений. Вот, например, там ценничек, да, вы смотрите, там гитарка. Там. Это недорогая. Есть намного дороже. Там 4000. А давайте вот сюда. Совместить невозможно. Ребят, а глаз радует, а? Да. Нет? Да. Я же говорю, даже фототь неохота сегодня. Я вот, поскольку в советское время уехал, я не могу сказать, что сейчас, вот, допустим. Вот если вы... Да там есть, конечно, не такое. Не такое. Да. Невозможно смотреть без восхищения на это все. Hello. What are you doing? Just replacing strings, sir? Just changing guitar strings. Uh-huh. Why is it of such an unusual shape? It's just an unusual guitar. It is? Okay. Мы продолжаем двигаться по периметру. Тут мать честная, тут снизу, сверху. А вот дешевенько совсем. Смотри, $140. Так, ну-ка. Свет, ты можешь камеру подержать? Это гитара. $140. И я даже не знаю, может, она на сейле. То есть я не знаю, какая у нее была оригинальная цена. Ну, железные струны, конечно, пальчиком по бошке. Так. Она не настроена. Пальчиком больно. Ну вот $140 есть такие. Но она хорошая, ты считаешь? Она не очень, ну, такое звучание. Она, конечно, не очень хорошая, да. Но просто когда попадаешь в специализированный магазин, можно за 140 взять такой шестой, 350 где-нибудь еще. Да, вот здесь как раз дешевенький. Смотрите, $200, 329 это дешевые. Да, смотри-ка. Со звукоснимателями они, видите, тут. Спрашивают с Украины, с Китая, откуда, говорит, ты. Говорит, язык незнакомый. Так. Там беседуют ребята. $150. Да. Такие маленькие ласточки. А, барабанчики. Вниз. Хорошо. Хорошо. А тут у нас что? Да, друзья. За вот этот красный предмет стоит $250. Okay. Мне нравится. Я бы целый день на таком стучал. Ну, ладно уже. Ой. Хорошо здесь. Так. А это за $200. Он использован. Он как бы использованный. Да, $200. Идем дальше. Электрические гитарки, динамики, усилители. Тут есть из чего выбрать, я вам скажу. Ой, есть из чего выбрать. Ой, есть. Так. These floors are
Вот гитара, она потрепанная, малька, да, мы видим. 8000. 48-го года вещь. 48-го года вещь. 8000. Далекий от музыки человек Мила скажет нам что-нибудь. Очень шикарный магазин. Я первый раз в жизни вижу столько гитар одновременно, разнообразных. Не является ли это признаком загнивания западного общества? Кому нужно столько? Было бы три сорта. Маленькая, средненькая и большая. Ну, наверное, есть. Ну, можно еще было бы, там, скажем, три цвета дать, да? Да. Желтенький, коричневый. Легче выбрать, кстати, когда меньше. Да, конечно. Взял свою, встал в очереди, стоишь. Да. Так они же это специально человека загоняют, чтобы он выбрать не мог. А дальше используют это. Да. Так. Это что же это? Ага. В общем, это символ музыкальной Америки на выходе, на входе.